Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Собственно, как и всегда, следим за финансовыми рынками, анализируем события, разбираем то, что на площадках случилось и как эти события повлияли на наши традиционные спекулятивные инструменты. Ну что ж, день после существенных распродаж уже прошел, которые случились на американском фондовом рынке. Безусловно, они уже вошли в историю, потому что падение американской фондовой секции, NASDAQ, S&P, Dow Jones, особенно Dow, было рекордным. Это фактически за все время, скажем, введения накопления статистики, таких однодневных, там на самом деле даже был более короткий период времени обвалов, мы еще не видели. В то же время американский фондовый рынок смог довольно-таки быстро восстановиться. Друзья, я бы пока не стал отмечать и обозначать возможность вот этого тотального разворота того, что сейчас американская фондовая секция снова отрастет, и мы вернемся по тому же самому S&P, как и раньше, там, в районе 2800 пунктов. Я считаю то, что, возможно, то, что мы видели день назад по распродажам, это начало, которое ляжет в основу будущего нисходящего тренда, тем более, что мы понимаем, как на рынке сейчас начинают вот зреть какие-то негативные отношения касательно налоговой реформы. И вот практически еще один месяц прошел, но вот эта инициатива трамповская о том, что будет репатриационный налог, и в связи с этим многие компании, крупные компании, на которых сделался наибольший расчет, сразу охотно станут возвращать капитал на территорию Соединенных Штатов Америки. Однако была у нас первая ласточка Apple, хороший сигнал изначальный, но после этого все затихло, друзья. И больше никаких компаний пока не изъявили желания, скажем, снова запарковать свои колоссальные капиталы, прибыли, выручку на национальном рынке. Ну, не знаю, с чем это связано, может быть, все-таки для многих кажется уплата налога в 15,5% – это единого репатриационная выплата, слишком крутое значение. Хотя, если быть объективным, это, конечно же, крайне низкий показатель, и уж на такие обязательства можно было бы пойти. Что касается последствий еще налоговой реформы, их, конечно же, трудно сейчас предугадать, но все-таки, пытаясь объяснить те распродажи, которые мы наблюдали на американском фондовом рынке. Сейчас, может быть, даже неправильно закольцовываться на предположение того, что налоговая реформа – это не такое уж и благо для, скажем, экономики. И вот ни с того ни с сего все внезапно об этом подумали и решили, что это действительно так, поэтому не увидели больше, скажем, будущего, бычьего в этой секции. Это может быть одной из причин, друзья, но, наверное, все-таки с очень большой натяжкой. В целом хочу сказать то, что истинную причину отметить очень трудно, если попробовать сослаться еще на чиновников, скажем, из Министерства финансов, даже на Стивена Мнучина США, который вынужден был давать комментарий о том, что происходит. Комментарий был довольно, скажем, поверхностный о том, что даже несмотря на эти распродажи, ситуация остается под контролем. А вот что касается мнения аналитиков, то оно было, скажем, сходилось только к одному, что такие рынки, как США, я имею в виду рынки, находящиеся в состоянии исключительно бычьего тренда, рано или поздно сталкиваются с коррекцией, которая является неотъемлемой, обязательной частью любого трендового движения. Поэтому то, что этот разворот случился, в принципе, было ожидаемо, прогнозируемо, предсказуемо. И я, пожалуй, поддержу эту точку зрения, потому что отмечу и тоже, скажем, сделаю акцент в пользу того, что перекупленность американского фондового рынка уже перешла всякие границы. И об этом мы стали активно с вами говорить еще в конце прошлого года, когда ожидали получить вот этот разворот и все-таки прокатиться на вот этом нисходящем ралли. Ну вот, потребовалось больше времени. Поскольку все-таки уверен, что коррекция там даже меньше 15% – это не тот разворот, который тотально снижает перекупленности. Поэтому считаю, что, возможно, не такими уже поступательными резкими движениями вниз, но с постепенным смещением
все-таки к более низким ценовым значениям, мы будем наблюдать американские ключевые бенчмарки индексы все ниже и ниже в ближайшие дни. Отмечаю, что по индексу S&P есть цель субъективная, личная, 2500 пунктов. Конечно же, жаль, что мы не достигли этой планки, точнее, я не достиг этой планки, потому что, ну, может быть, и нахождение долго, скажем, в позиции позволило мне поверить в то, что коррекция может быть еще более затяжной и в моменте быстрой. Но в итоге рынок снова оказался сам, скажем, у себя на уме, поэтому больше существенных распродаж мы пока не наблюдаем. Но я все равно буду ждать, друзья, уровень 2500 пунктов. Сейчас, кстати, у нас биткоин снова котируется выше, точнее, S&P выше 2650 пунктов. Но если в ближайшие дни с такой же негативный настрой снова проявится на площадках, то этот уровень может быть достигнут. Ну, давайте все-таки вернемся к нашим более традиционным инструментам, которые мы разбираем чаще и с новостной поддержкой там. Скажем, ситуация получше обстоит. Нефтянка 66.89 – это закрытие прошлой торговой сессии, 67.32. Нефть котируется на текущий момент, на этом рубеже. В целом, друзья, по рынку нефти ничего суперинтересного не случилось. Ну, может быть, только если статистика от Американского института нефти, которая вышла, условно говоря, несколько часов назад. Это отчет, который указал на то, что запасы нефти выросли. Я думаю, друзья, что ссылаясь на сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, мы можем увидеть статистику и со знаком плюс, и от уже администрации аналитической информации. Сегодня в центре внимания этот релиз 18:30 по московскому времени будут опубликованы, собственно, данные по запасам нефти, бензина, дистиллятов, а также выйдет показатель по производству нефти. Вот на него традиционно я делаю больше акцент, потому что считаю, что тенденция роста должна быть сохранена, и мы с вами ориентируемся на планку в 10 миллионов, которая по оценке ряда, пусть и неофициальных ведомств, уже была достигнута. Но хочется получить непосредственно цифры от Министерства энергетики, где можно будет констатировать уже конкретное достижение вот этого ориентира в 10 миллионов, который станет максимальным уровнем добычи почти за последние 50 лет. Про важность и, скажем, психологическое значение этой планки я уже вам говорил. Думаю, что рынок прекрасно понимает, что ее уже не миновать, и начинает вот закладывать под достижимость этого уровня. Мы видим распродажи и, скажем, сопутствующие новостные события, которые на рынке оказываются, они только лишь являются дополнительным подспорьем для вот этого системного снижения, которое идет. Я предлагаю, друзья, как и раньше, делать ставку на Штаты, делать ставку на то, что производство нефти там будет способствовать перенасыщению рынка и не искать позитива ни в каких соглашениях ОПЕК, потому что те объемы, которые добываются и в перспективе будут добыты в Штатах, они с лихвой, скажем, снова наполняют рынок и компенсируют тот спад по производству, который является следствием действий энергетического пакта и соглашения по снижению добычи стран ОПЕК и России. То есть Штаты у нас, как и всегда, в последние месяцы сейчас остаются в центре внимания. Сегодня у нас важный релиз, и думаю, что в этой статистике мы сможем найти поддержку для еще большего снижения и, собственно, продолжения коррекционной динамики. Рубль 57, соответственно, нахождение цен на нефть все-таки не то чтобы далеко совсем от планки в 70, но это уже ниже 69, где нефть очень долго, скажем, отстаивалась. 67.32 это
возможный рубеж, от которого мы сможем быстро добраться до поддержки в 65. И считаю то, что рублю сейчас тоже негде искать поддержки, собственно, так же, как и быкам для котировок черного золота. Соответственно, возвращаясь к паре доллар-рубль, у нас ориентир 58-59. Друзья, при сохранении распродаж на рынке углеводородов рубль также последовательно и постепенно будет девальвироваться. Доллар японская иена из новостного фона, который стоило бы отметить по этому дуэту валютных активов, стоит разве что выделить резкий рост спроса на японскую валюту как защитный инструмент, как следствие тех распродаж, наблюдаемых на американском фондовом рынке. Но поскольку рынок очень быстро восстановился с минимальных уровней, пусть еще не закрыл все те потери, которые были понесены, скажем, за последние 3-4 дня, но все равно рынок развернулся, это очевидно. У нас была мощная бычья свеча, был возврат с минимальных значений, и вот эта паника, она тоже стихла. Поэтому трейдеры снова стали выходить из защитных инструментов под конец торговой сессии и позволили себе навалиться на покупки доллара. Поэтому американская валюта против иены у нас снова сейчас держится выше 109. Соответственно, друзья, из статистических еще отчетов кто-то считает, что очень важным является показатель дефицита внешней торговли Соединенных Штатов Америки. Важный. Почему? Потому что у нас вчера вышла необычная статистика, а цифра, указавшая на то, что дефицит достиг максимума за последние 9 лет, вырос на 5,3% до 53,12 миллиардов. Кстати, по статистике еще немножко, за 2017 год дефицит вырос до 566 миллиардов. И если провести параллель того, какой вклад в этот показатель вносит Китай, ну, как основной стратегический партнер Соединенных Штатов Америки, то на Китай приходится, по сути, 375 миллиардов этого дефицитного показателя. И, кстати, импорт из Китая вырос, собственно, территорию США больше, чем на 9% в этом году. Почему Соединенные Штаты Америки бьют тревогу, отмечают, что Китай использует, скажем, недобросовестные механизмы повышения конкурентоспособности национальных производителей, потому что ситуация действительно усугубляется для США, но улучшается для Китая. И вот откуда растут ноги вот этих протекционистских лозунгов о том, что и в Штатах должны задействоваться административные барьеры, чтобы, скажем, смещать баланс в сторону более высокого экспорта. Казалось бы, друзья, на фоне резкого роста дефицита можно было бы сделать абсолютно, наверное, правильный и тривиальный вывод о том, что ситуацию можно изменить. Каким образом? Ну, наверное, лучше бы сделать национальную валюту дешевле, тем самым тоже создать конкурентное преимущество для национальных производителей, то есть создать буст для будущего экспорта, поскольку за счет ослабления курса национальной валюты, разумеется, импорт будет становиться более дешевым. Но не нужно использовать эту логику в отношении Штатов. Почему? Потому что Соединенные Штаты Америки, нация, скажем, Америки и американские домохозяйства – это нация потребителей. Априори всегда будет потребляться, импортироваться больше, чем, соответственно, экспортироваться. И с этой идеей нужно смириться. Вот почему я всегда очень скептически отношусь к таким доводам в пользу слабого доллара, о том, что сейчас, скажем, ведомства, которые ответственны за курс национальной валюты, будут делать все возможное, чтобы поддерживать национальных производителей, экспортеров, потому что им нужна дешевая валюта. Я даже не хочу обсуждать, друзья. Мне кажется, это довод, которые совершенно не стоит применять в адрес американской экономики. А вот где стоит искать ответы на вопрос, где должен находиться доллар, не где он находится, а где должен находиться, с учетом всего новостного фона, который мы анализируем, это в статистике, это в перспективах монетарной политики, это в доходности американского долгового рынка, потому что вот это те категории, которые влияют на курс национальной валюты. Возвращаясь к доллару и японской иене, раз у нас нету больше паники на фондовых рынках, значит нет причин покупать японскую валюту. Можем снова сфокусироваться на прежних причинах роста доллара, ждать еще больше статистической поддержки, подтверждение того, что американская экономика продолжает расти и развиваться, но мне кажется, что даже прошлых релизов
статистике по рынку труда роста заработных плат до 2,9% максимум с 2009 года. Этого уже достаточно, чтобы доллар и японская иена продолжил расти и оказался выше 110, даже, скажем, на более высоких уровнях сопротивления. Евро против доллара пользовался вчера поддержкой производственных заказов в Германии. В месячном выражении у нас рост, собственно, на 3,8% с прошлого спада на минус 0,1%. Но если говорить непосредственно про котировки, недалеко мы ушли от уровней, которые констатировали в ходе вчерашнего брифинга, тоже 1,2382. Вчера у нас был уровень, по-моему, 1,2370 с небольшим. Европейская валюта заряжена на снижение, но только увидим его в том случае, если доллар начнет расти. Почему евро нужно продавать, я уже неоднократно проводил параллели с монетарной политикой и теми действиями, которые фактически обозначены как последующая дорожная карта, которую будет придерживаться Европейский центральный банк. Дальше идем, друзья, фунт. К сожалению, британская валюта пока удерживается ниже отметки 1.40, но тоже мы не сильно, скажем, отошли от уровней вчерашнего дня. Я считаю, что британскую валюту могут вытащить события завтрашней торговой сессии, сам факт суперчетверга, где у нас заседание Банка Англии, ставки и, возможно, на что нужно будет сделать основной акцент, это на голосование по поводу изменений денежно-кредитной политики. Чем больше сейчас сторонников среди, скажем, 8 голосующих членов будет в пользу того, что ставки нужно повышать, тем более, скажем, на ранние, скажем, горизонты, периоды мы с вами можем рассчитывать по поводу вот фактических действий. Ну, о чем это говорит? Если все-таки завтра, пусть не большинство, но хотя бы 2-3 человека выскажется за то, что ставки нужно повышать, значит, это решение с большой долей вероятности будет принято уже на майском заседании. Ну, вроде бы как далеко еще до этого события, но, друзья, у нас перспективы приближаются к, скажем, текущим датам, с каждым днем буквально. Если раньше мы говорили с вами о 19-м, годе, то сейчас у нас четкое понимание того, что ставки обязательно поднимут в этом году, но вот только в каком месяце. Поэтому я рассчитываю на ястребиную риторику, то есть жесткие суждения представителей Банка Англии, и считаю то, что намеки в сторону ужесточения политики любого формата, через любые комментарии, должны привести к росту британской валюты. Поэтому в своем арсенале я сохраняю еще длинные позиции по британцу. И в целом, друзья, может быть, это будет опрометчиво, но я, скажем, вправе, так же, как и любой человек, который анализирует то, что на рынке происходит, иметь свою точку зрения и мнение. Я считаю то, что мы реально имеем очень хорошие шансы закрыться выше 1.42 по паре фунт-доллар до конца этой недели. Дальше идем. Про фондовые рынки США, собственно, мы уже с вами поговорили, не будем повторяться. Рынок криптовалют. Вроде бы как за минувшие торговые сутки сложилась позитивная динамика для крипты, отрастает и биткоин, и эфир, да и вообще вся криптосекция. Но, друзья, не нужно особо, скажем, радоваться и чрезмерно вдаваться вот в этот позитив, который может быть лишь небольшой передышкой, прежде чем рынок пойдет еще ниже. Напоминаю, что новостного фона негативного более чем хватает. Это постоянный, существенно участившиеся атаки хакеров на серверы бирж. Многие из них оказываются удачными, поэтому средства клиенты теряют. Это провоцирует много скандалов и подрывает доверие вообще к индустрии, потому что в данном случае мы говорим даже не о торговых рисках. Сейчас все следят за еще тем, как, чем закончится, опять же, определенного рода, скажем, обвинения, в кавычки возьмем это слово, потому что как таковых таких претензий еще особых озвучено не было. Просто выдвинуты сомнения со стороны регуляторов США в адрес компании Tether, которая, как вы знаете, выпустила аналог доллара, крипто, скажем, аналог. И подозрения связаны с тем, что они на самом деле не полностью обеспечивают
выпускаем, мы имитируем валюту доллары. Ведь сейчас, если говорить все, как на самом деле должно быть, на счетах этой компании сейчас должно быть зарезервировано около 2,1 миллиарда долларов. Это очень большая сумма. Еще дополнительный негативный фон связан с такой практикой банковской, которая уже стала основой для таких реалий отношений с криптовалютами, то, что запрещается покупать биткоины и альткоины с кредитных карт. Сначала на прошлой неделе, в минувшую пятницу, об этом высказались Bank of America, собственно, по-моему, JP Morgan Chase и Citigroup. И вот на выходных стало ясно то, что эту инициативу, такую решительность крупнейших банков США еще и поддержал крупнейший банк Англии, который также переживает, что биткоин окажется на таких донных уровнях, что люди, которые приобретают клиенты этого банка, собственно, биткоины за счет кредитных ресурсов, находящихся на кредитных картах, просто могут оказаться в состоянии, когда не смогут исполнить свои долговые обязательства. Это уже риск для банков. Вот они решили действовать на опережение, не создавать соблазна, скажем, заходить в этот рынок тогда, когда у кого-то есть четкое понимание и, может быть, ясная позиция от того, что биткоин может оказаться гораздо ниже текущих значений. Поэтому, возвращаясь к общей тенденции, которая сложилась, друзья, еще рано покупать. На мой взгляд, я могу ошибаться. Может быть, то, что вчерашний разворот – это начало новой восходящей тенденции, и, соответственно, те, кто сделал это вчера, будут в большем профите. Но лучше уж опоздать, скажем, с хорошей точкой в buy, нежели чем поторопиться и купить на все еще том рынке, который продолжает валиться вниз. Имейте в виду, что риски еще сохраняются. По новозеландцу и австралийскому доллару. Ну, думаю, что про австралийцев мы говорили с вами детально вчера. Я еще раз напомню, что Резервный банк Австралии сделал большой акцент на крайне высокую закредитованность домохозяйства. И в связи с этим, конечно же, о повышении ставок пока и речи быть не может. Для австралийцев это фактор давления. Пара оказалась под этим прессом. Текущие котировки 0.7879. Ждем пару на отметке 0.76. Новозеландская валюта пока немного отстает от нисходящей динамики, которая обычно характерна, исходя из высокой степени корреляции для австралийцев и новозеландцев вместе. То есть у нас австралийцы проседают быстрее, чем новозеландский доллар. Но пока что новозеландцу есть на что положиться. Это на данные по безработице. Уровень безработицы снизился с 4,6% до 4,5%. Но, как показывает уже исторический опыт, долго на этом позитиве пара расти не сможет, и потом, скажем, позовут снова системные риски, которые указывают на то, что и новозеландская валюта находится сейчас крайне высоко. Ну, может быть, не так высоко, как австралиец, но, на мой взгляд, учитывая и анализируя, взвешивая все риски, более справедливым уровнем для новозеландца является сейчас котировки поближе к 0,70. Друзья, ну, собственно, на этом все. Из важных событий сегодня, собственно, ждем запасы нефти в США. Это отчет, который будет опубликован в 18.30 по московскому времени и в 23.00 решение по процентной ставке Новой Зеландии. Вот как раз на этот отчет я возлагаю большие надежды, поскольку уверен, что риторика Резервного банка Новой Зеландии будет такой же мягкой, как Резервного банка Австралии. Поэтому думаю, что сегодня, завтра мы будем говорить о котировках новозеландца, ну, больше, чем на 50-70 пунктов ниже, чем текущее значение. Ну, есть для этого предпосылки. Ну, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, задавайте их на нашем форуме Амаркетс и на канале на YouTube в разделе видеобрифингов. С удовольствием на них отвечу. Хорошей торговой сессии. Увидимся завтра. До свидания.